лисичка. Коль где-то выше. Молодая. А вот и он, по следу идет. Ох. На скорости. Это он уже уставший. Очень уставший. О. Голос. А там нора, наверное. Вот он по этим склонам. Уже набегался. Мы уже где-то полтора часа гуляем. Все на галопе. Очень жарко. Не знаю. Летняя погода. Идет дальше по следу. На какой скорости? Сейчас, может быть, опять голос подаст. Вернулся. Ух, уже второй раз. Будто ломает что-то. Вот там уже мчится. Вот лисенок прыгает. Вот так вот. К ручейку пошел. А вот вижу его опять. Сейчас Кольт будет за ним возвращаться. А вот Кольт уже возвращается. Он тоже мостик перешел. Сейчас будет опять голос. Вот сейчас пойдет влево. Вот Кольт. Я плохо стою, у меня ветер в спину. А вот, идет ровно по следу. Гоняет лисицу. Вот там, походу, лисицу я увидел. Что-то промелькнуло. О! Да. А вот там еще один лис вверху. Ну вот это ваш Коль гоняет, это молодой лисенок. Опа, и фазан где-то справа. Очень интересно. Курцхар долго работает по следу и с голосом периодически. Но это уже не первый раз у нас так частенько.